Всем привет! Сегодня у нас вот такой вот турбонаддув, джипы. Я когда покупал, почему-то вообще я уже давно не собираю, они редко довольно-таки попадаются. Думал, почему-то вкладыши. Нет, тут наклейки. Единственное, мы тоже, у нас, ну, написал подписчик, я вот на общем открытии посмотрел что-то белое. Думаю, вроде на наддувах, на наклейках нету белого на джипах, а потом залез, посмотрел, здесь скорее всего будет RAV 4, по-моему, первого поколения он тут. Ну, посмотрим, взял за 454 рубля, не знаю, может, просто так, на открытие пойдет. Ух, вот это у нас меньшевик Россия. И вот такая вот жевательная резинка, я не жевал наддувы. Это все мимо меня уже, да, мне было, видимо, не до этого и не интересно. Пахнут, в принципе, плюс-минус одинаково, но она страшна. Я не знаю, есть смысл ее ломать. Вот такая у нас жвачка. Вообще ужас. Ну, давайте уже, чтобы она вообще во все стороны. И, ну, легкая такая, ну да, она вообще легко ломается, ничем не пахнет. Да, я был прав, ну, благо, видите, и качество, видите. И вот получается, я надуваю, я, ну, все вообще по турбу одно время собирал, вообще все, где есть название по-русски, по-английски турбо, либо там название турбо там, там, я не знаю, серийки, вот это все я собирал. Они шли в основном из загранки почему-то оттуда, либо их туда тащили, я не знаю. У нас их не так много попадалось, и постоянно были проблемы с подложками. Вот все, что из загранки, они были, ну, из ближнего, скажем, от соседей. Постоянно подложка убита настолько, я не знаю, что с ней там делали, там валялись, играли. Постоянно была проблема. Я даже свои, которые собирал, именно себе в коллекцию, брал от картелевских подложки, просто, ну, переклеивал. Они вроде совпадали по размеру, но чисто именно для себя. Ну, нереально. Потом они более-менее начали всплывать. Но здесь получается, если жвачка, если только тогда их открывали и хранили, то есть из новых, чтобы попалась нормальная подложка, я думаю, это просто 1% из 100, что это так будет. И вот такая у нас... Да, в серии, ну, я сейчас расскажу, я полазил, посмотрел... И вот, видите, и обертка также потекла. Ну, скорее всего, если только из новых. Кстати, на розовом именно вот эта обертка, я сейчас покажу. У меня тут, оказывается, были немного по наддувам. Кстати, могу ошибаться, но... А, она в другую сторону. Это, наверное, и не от них, видите? Это, наверное, от более поздних. Так что не буду. Я думал, да, видите, белые. Это, наверное, от более поздних. Так что они, наверное, не от наклеек, а там, значит, правильно лежит вот это. И просто показать тоже оказалось есть. Ой, сейчас не поднимаются. Это вот тоже на дувы наклейки, только это, по-моему, спорты. Такие тоже, оказывается, были. Не знаю, лежат уже тоже давно, не знаю, почему не продаю. Лежат. И получается, в сериях вообще в... Ну, их 4 серии, там спорты, джипы, классика и тюнинг. Раньше всегда, когда я еще в те времена тоже собирал, всегда было в серии, по-моему, там было, по-моему, было 16 всегда. Меньше, наверное, не было. Их было 16, кратное 8. Ну, или 2, неважно. Сейчас полез на розовый. В тюнинге и в спорте появился 17 номер. Но опять же, добавляет его тот же человек, который у нас от него всплыли 400... Ой, если не запамятовал. 407-й, по-моему, супер. Это турбо с другим фоном.
Я не помню, Дональд этот сине-желтый фон, где меняется от него или нет. И, по-моему, то ли Сталлоне, то ли Шварценеггер серия тоже там этот неизвестный номер всплывал. В общем, тут каждый решает сам для себя. Не знаю, там по фоткам или сканам особо непонятно. На розовом, что это все-таки левак и нарисовано или как. И, кстати, в серии, по-моему, надпись, если я не ошибаюсь, именно надпись вот здесь вот тюнинг есть именно вот ну, на тюнингах, остальные нету. При этом в тюнинге есть и джипы, и ну, там все в подряд, короче, напихали. Так что вот, ну, чисто для, не знаю, может для себя. Я не жевал их, они вживую я тоже их никогда не покупал. Ну и в принципе цена да, гуманная, поэтому почему бы и не взять. Ну и тоже посмотреть. Из жвачек бессмысленно. Многие покупают, допустим, жвачку, но, насколько я знаю, сейчас и оттуда в таком качестве, как будто только открыл, вкладывать их брать бессмысленно. Жвачка течет, и ничего хорошего из этого не выйдет. Хотя я не знаю, сколько они сейчас стоят, именно по наклейкам, кто ну, если покупать просто давно не продавал и не окунался в эту тему именно по ним. Может быть, есть смысл. Ну, в общем, тут решает каждый сам. В общем, вот так, для небольшого понимания, кто не знал. Все, всем спасибо за просмотр. Всем большой удачи. Пока-пока.